Доброго утра. Люблю иногда воспользоваться оракулами. Да, на день. Давайте посмотрим, что день, что оракул дрянной девчонки вам скажет. Да, напутствие на день, да. Ну, мало ли. Давайте по вариантам. Загадайте свой вариант. Просто циферка от 1 до 3. Да? Какая цифра? 1, 2, 3. Посмотрим, что же скажет вам оракул. Возможно, пригодится. Так, вариант первый. Что же оракул скажет варианту 1? Урок. Этот урок будет повторяться, пока ты его не усвоишь. Проанализируй ситуацию и сделай выводы. Вариант 2. Что же оракул дрянной девчонки скажет вам? Отключи голову, отключи разум и доверься своей интуиции. Она поможет сделать правильный выбор. Третий вариант. Давайте посмотрим, что скажет вам. Так, третий вариант. Верь своим глазам. Перестань жить иллюзиями и посмотри правде в лицо. Сделай осознанный выбор. Девочки, мальчики, надеюсь, вам это пригодится. На вечер могу вот донышко вам зачитать. Выпей бокальчик. В любой непонятной ситуации выпей вина. Не нужно много. Выпей один бокальчик, ну или два. Действуй.